Здравствуйте, вы смотрите «Кинообзор» в студии Натальи Истомина. Сегодня на большие экраны вышли сразу 8 новых фильмов. Тем не менее, большинство из них не отличаются каким-то особенным сюжетом или звездным актерским составом. Тем не менее, поклонникам разных жанров будет чему удивиться. Например, фильму «Семь дней и ночей» с Мэрилин Монро. Режиссер картины Саймон Кёртис решил вспомнить наиболее яркие моменты из жизни знаменитой актрисы. Главная роль досталась Мишель Уильямс. Кстати, на нее претендовали такие звездные дивы, как Скарлетт Йоханссон, Кейт Хадсон. Кстати, нужно отметить, что Мишель справилась со своей ролью. Она в точности воссоздала походку героини своей, а также голос и мимику и жесты. За свои старания она была награждена престижными наградами – «Золотым глобусом» и премией «Оскар» за лучшую женскую роль. Вообще в жизни Мишель не похожа на свою героиню, но вот на этом снимке, это кадр из фильма, просто одно лицо. Конечно, над героиней трудилась целая команда стилистов, тем не менее, грим пластический не использовали. Давайте посмотрим фрагмент из фильма. Мне что-то в глаз попало. Вроде ничего нет. Смотри, не потеряй голову, сынок. Еще один фильм с перевоплощением – это американская комедия под названием «Такие разные близнецы». Комик Адам Сэндлер сыграл здесь и мужчину, и женщину, двух близнецов, которые просто терпеть друг друга не могут. Сам актер признался, что он без труда сыграл женщину, тем более, что у него был уже такой опыт. А вот гримерам пришлось не на шутку постараться, чтобы из Адама сделать женщину. Использовали даже накладную челюсть, чтобы изменить прикус актера. Еще одна особенность этого фильма в том, что здесь снялся Аль Пачино. Причем в нем он играет сам же себя. По сюжету голливудская звезда влюбляется в одного из близнецов. Мне кажется, фильм получился даже больше, чем просто забавный. Давайте посмотрим отрывок из фильма. Мы с твоей сестрой выросли на одной улице. Глядя на нее, я вижу себя. Не поверите, та же фигня. Еще один фильм, о котором следует упомянуть, это «Новое детище Мадонны», историческая мелодрама «Мы верим в любовь». В фильме рассказывается о похождениях английского короля Эдуарда VIII. Кстати, известные критики уже оставили свои отзывы об этом фильме, и они далеко не лестные. Но, пожалуй, самую жесткую оценку дала газета «Гардиан», которая написала, что фильм похож на индюка, который мнит себя павлином. На этом у меня все. С вами была Наталья Истомина, и до встречи в кинотеатрах.